А можно ли самому снять себя с глаз и как? Можно. Можно снять, но вариации бывают разные. Все зависит от того, кто вы, какая у вас энергетика, кто как сглазил. Ну, то есть, это как ремонт автомобиля. Надо понимать, что за автомобиль, какой у него там, не знаю, двигатель. Какой у него пробег, какое масло наливали, что с ним случилось. Ну вот только так. Или как, не знаю, холодильник перестал морозить. От чего? Кто ее знает? Может быть, хладоген вышел, может быть, не знаю, электричество кончилось, выключили. Может быть, не знаю, двигатель у него скончался. Поэтому, да, можно, как все очень индивидуально. Все очень индивидуально. Посмотреть нужно, как вы это пропускаете, через что, ну, где дыра в вашей защите, определить эту дыру, помочь вам ее залатать и поставить некие защиты правильные, которые тоже зависят от вас, и они очень индивидуальны. Так же, как я делаю какие-то обереги, или люди приходят, какие взять. Я же не говорю всем, возьмите. Вот как у меня там коготь медведя, повесьте всем. Ну, я вас умоляю, ну кому это понравится? Там, как в одежде или в обуви. Покупаете все туфли, не знаю, 31-го размера. Да кому они налезут? Ну тогда 47-го. Да как свалится? Все как в одежде, все подбирается очень индивидуально. Потому что даже наш размер нам в 7 случаях не подходит. Поэтому нужно смотреть вас и не верьте, что вам кто-то скажет, ляпнет, да вот возьми вот это там, почеши, подуй там, не знаю, что-то еще сделай, и все, ты снимешь себя с глаз. К сожалению, это не так, это обман, и обманом я не занимаюсь. Поэтому приходите, посмотрю, ну, не хотите, у меня нет ответа, пока я вас не посмотрел. Напишу в директ. Хорошо, пишите это вот по измене, по тому, что происходит. Благодарю вас за показ прямого эфира. Очень интересно. Благо принимаю, вам дарю. Мне всегда интересно с вами и всегда интересно, когда пишут, спрашивают. Ну и, соответственно, я отвечаю. Замечательно. Так, идем потихоньку дальше. Наталья пишет, всегда интересовала тема физического здоровья. Как его наладить, чтобы никакие болячки не отвлекали от жизни в этом мире? Нет ответа, Наташа, нет ответа, потому что мне нужно вас смотреть. И, ну, какие там, ну, какие могут быть советы? Это все тупизм. Вот там, не пейте воду, когда едите, или пейте воду. У нас они то так говорят, то переобуются этот бакерия, то пейте воду без газа, то, смотрю, переобулся, пейте воду с газом. Ну, то какую воду-то пить-то? Ну, не надо в это все. Я не могу вам сказать, Наташа, ешьте плюшки. Или, не знаю, Наташа, пейте по утрам, не, по вечерам, пейте 100 грамм коньяка и будете жить долго и счастливо. Ну, нет такого однозначного ответа, пока я вас не посмотрю. Что в вас там, какая хворь и что вас обычно мучает? Чаще всего, по моей практике, сопряжено болезни физические, сопряжены с большой популяцией паразитов. Здесь надо смотреть и наладить здоровье какими-то, ну, какими-то советами, не видя вас, я не могу ничего сказать. Ну, не пейте, не курите. Но кто-то и курит по 90 лет, и, как говорится, ни хрена. А кто-то бухает по 200 грамм за вечер, там, не знаю, вискаря, коньяка, и ничего. Как вам сказать? Я вам скажу, пейте 200 грамм коньяка, и вы через месяц мне напишите, я лежу, лечусь от алкоголизма. Кому-то эти 200 грамм в кайф идут, а кому-то приведут его к алкогольной зависимости.
Поэтому нужно смотреть. Смотреть и еще раз смотреть. Ну, мне нужно вас посмотреть. Может быть, и паразиты в вашем случае ни при чем, но ответа точного быть не может ни у кого. И никогда, и не верьте вы никому, что он скажет, а вот бери чай, заваривай там, и все будет, или как это. Делай так, и никогда спина болеть не будет. Видели этот мем? Вот так вот делай. Не надо так делать. Все очень индивидуально. Даже таблетки, которые мы пьем, они очень индивидуально. Кто-то кому-то помогает, кому-то нет. Одна и та же таблетка и, казалось бы, одно и то же заболевание. Так же, как я лечу травами, настойками. И очень интересно, иногда побочки даю от одного, а вылечивает от этого и от чего-то еще. Очень интересно смотреть, как так. На это не было вообще, ну, как бы, об этом никто не договаривался. Поэтому нужно смотреть. Привет, можно спросить? У меня в руках ток и везде меня током ёкает. А в чем вопрос? Ну, в руках ток, ну, замечательно. Током ёкает, тоже хорошо, хоть что-то ёкает. Я не вижу вопроса. Здравствуйте, здравствуйте. Была в мухоборном трипе, Оксана пишет. Запрос по здоровью. Увидела в своей прошлой жизни. Очень удивилась. Вопроса нет. Поэтому... Поэтому ничего не могу вам ответить. Так. Оксана опять спрашивает, как вы относитесь к микродозингу мухоморами? Лично я никак не отношусь, лично мое мнение, но многим помогает. Здесь все зависит от вашего восприятия. Я с мухомором давно работаю, давно общаюсь. Я делаю мази, настойки, лечу язвы, в том числе я вылечил себе язву желудка. Ну и, в общем, много-много-много всего другого. Поэтому микродозинг для меня никак. А как я отношусь как другие, другим помогает. Других как-то простраивает, но здесь нужно индивидуально подбирать дозы. Может быть, не одну, а две вечером или утром вот эти вот капсулки пить. Здесь все очень индивидуально. Кого-то со стакана водки валит, а кому-то бутылку надо. Поэтому здесь нужно смотреть и подбирать для себя, но подбирать плавно, попить неделю, потом на вторую неделю там увеличить. В общем, смотреть, как происходит это все. Но по большому счету кому-то это вообще не нужно. Его сейчас раструбили, этот микродозинг, но это было давным-давно известно, но сейчас некий хайп, который все это преподносит для того, чтобы продать какие-то знаменитые киношно-телевизоры, которые лица живут, его рекламируют, но доиграется до того, что его просто запретят и все. Поэтому такие вещи, так скажем, на большое количество людей обычно не транслируют. Если у нас что-то, то это обычно потом запрещают. Ну, кроме алкоголя. Тут алкашку бухай сколько хочешь, и ее, наверное, никогда не запретят.